Книга «Открытым оком», третий том, тема крещения, вопрос 920. Есть такой рассказ. Недостойный священник крестил мальчика. На следующий день бабушка говорит внуку, проходя по церкви: «Поздоровайся со священником, который тебя крестил вчера». А мальчик ответил: «Нет, этот дедушка вчера лежал связанный под лавкой, вон в том углу, а меня крестил другой, молодой, весь светлым, в блестящей одежде. Сегодня я его не видел». Так что же это получается, что наши священники, может, нас совсем и не крестили? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этот рассказ не из Евангелия, но он встречается в житиях святых, что за недостойного пастыря его функции на себя берет ангел и даже выполняет роль священника. И даже выполняет роль священника нечистые духи. Смотрите, житие Макария Александрийского, день памяти 19 января, и Андрея Христа ради Юродивого, день памяти 4 октября. Да даст нам Господь истинных пастырей, имеющих страх Божий и творящих дело свое точно по канонам, установленным отцами Вселенской Церкви.